тебе. Царю небесную, тешителя душа истина. Молебен на призвание на землю дождя, икона, пение, специальный текст. Только на Господа многим остается надеяться, ведь в сложившейся ситуации и техника, и технологии оказались бессильны. Ситуация очень тяжелая. И в целом, конечно, по этому году, по зерновым, очень плохой результат предвидим. То же самое и по сену. Пока в Дубенском районе заготовлено только 20% от плана. Видимо, будут зимой коровы есть его наполовину с соломой. Приходится убирать на сенаж яровые и горошек, которые сеяли на зерно. Наиболее пострадавший в этом году культура – это яровая, ячмень. Ожидаемый урожай – это, считай, 5-10 центнеров гектара возьмем, не более. По оценке районного управления сельского хозяйства, дубенские производители понесут в этом году убытки на 110 миллионов рублей. В трещины в земле можно палец просунуть, а в некоторые и ладонь. Хотя поле, на котором мы сейчас находимся, обрабатывали по всем правилам современной агротехники. Растения подкармливали, удобряли, а результат нулевой. Скорее всего, это поле и убирать не станут. Так будет меньше убытков. 400 гектаров под травами и 200 гектаров под озимой пшеницей дешевле запахать, чем пытаться собрать крохи урожая. Единственная культура, которая еще успеет набраться сил, это кукуруза, при условии, если пойдут дожди. А их синоптики пока не предвидят. Николай Кучканов, Денис Песков, Вести, Мордовия, Дубенский район.